новый город. Вроде неплохо тут. Эй! Вы что, совсем обнаглели? Смотри, куда прешь! Выгони мой завтрак! Его больше нет! Ну че ты ноешь? Вы что себе позволяете? Это что ты себе позволяешь? Эти новенькие совсем уже распоясаны. Ну, вы мне еще поплатитесь! Получай! Слышь, золотый зараза! Опять ты! Не ты, а вы! Знакомьтесь, видите, это ваш новый учитель, мисс Ева. Что? Что слышу? Ведите себя хорошо. Итак, на моих уроках вы должны четко следовать моим правилам. Еще чего? Не шуметь, не разговаривать. Слушать меня внимательно. И самое главное, не бесить меня! О, а это идея. Такое? Что творите? Что творите? Вообще-то это порча и мужик. Ничего себе! Вот это училка! Что ты сказал? Ничего. Что ты заводишься? Давай быстрее! Да сейчас подожди! Почему вообще я этим занимаюсь? Ты что, боишься? Нет, только убери подальше это от моего лица. Давай быстрее, это сумасшедшая должна скоро прийти. Вот подлец. Готово. А теперь давай выйдем в коридор и зайдем, типа нас здесь не было. Побежали. Думаете, что самые умные? Ага. Я всегда умна. Шаг впереди. Итак, запишите тему урока. Что ты меня? Как они меня наказали? Уберите меня! Кошмар! Просто ужасно! Да, к нам в школу пришла новая училка, и она вообще! Ай-яй! Господи,
Ева. Приятно познакомиться, просто Ева. Ну, или же, как выразился ваш сын, училка. Вы простите этого болтуса, я обязательно проведу с ним беседу по поводу его поведения. Ой, нет, что вы, что вы. Ваши детишки просто замечательные. Папа, они с Евой сегодня... Дина, как невежливо, не перебивай. Простите, мисс Ева, продолжайте. Мистер Нейв, ваши дети просто замечательные. Они мне сразу понравились. Ой, ваша жена, наверное, чудесная мать. Да, наверное, если бы она еще была. Так вы отец-одиночка. Ой, мне так жаль. Вы очень сильный человек. Пап, нам вообще-то пора уже. А, да, точно, мне же еще нужно тебя на футбол отвезти. Все сам. Какая прелесть. Было очень приятно с вами познакомиться, мистер Нейт. Хорошего вечера. До встречи, бусинки. Какая девушка. Мама, идем уже. У вас такие замечательные дети. Мне так понравились. Отец-одиночка, мне вас так жаль. Фу. Как же она меня бесит. Да, и как наш отец вообще мог повестись на такую стерву? Что за бред вообще? Появилась из ниоткуда. Теперь диктует нам свои дурацкие правила. Вы что здесь делаете? Вы что, маньячка? Нет, конечно. А может, и да? Шучу. Нет, конечно. А может... Да. Как вы сюда пробрались? Что от нас нужно? Ну как это? Я ответственный учитель. И мне важно, чтобы мои ученики выполняли все работы вовремя. Особенно домашние! Что? Что за бред? Где ваши домашние работы? Сейчас буду. Вот. Дай-ка проверю. Да ты неправильно это переделал. Вы же... Я сказала, приду, проверю. А вы куда? А я пойду прогуляюсь. Ну, по вашему дому. Кстати, а ваш папа красавчик дома? Тьфу ты. Только зря пришла. Мама. О, кажется, ты чего-то не хватает. Талантливо вас разрисовать. Ну, не знаю. Талантливых ребят у вас много. О, а я смотрю, вы уже отыгрались. Ой! Все, отвали от меня. У нас вообще-то урок. Ну, учитесь у меня. Оп.
релаксу. Оп. Оп. Если прости, а вы, мисс Ева, отдыхайте. Все! Это ты? Ну все, ты сама напросилась. Зачем вам ножницы? Не подходите ко мне! Тебе это не поможет. Вы что творите? Что она делает? Вы что, совсем ненормальные? Упс. Какой кошмар! Что вы творили? Тина! Куда? А вот и он. Девушка, вы можете в другом месте покашлять? Я вообще-то здесь ем. Да-да, я все сказал, я ем. Простите, звонок по работе. Ага. Присаживайтесь со мной. Ой, нет-нет, что вы, я, наверное, буду вас отвлекать от ваших звонков по работе. Что вы, это большая честь пообедать с такой дамой. Кстати, а что вы здесь делаете? Никогда вас раньше тут не видел. Я тут бездомных подкармливаю. Себастьян. Меня зовут Боб. Вы такая добрая, Ева. Ой, я сейчас. Давай уходи отсюда, докодяга. Я так рад, что моих детей учит именно такой человек. Я тоже безумно рада иметь дело с вашими детишками. Они у вас просто замечательные. Я их вот просто обожаю. И как их успехи в школе? Ой, ну просто замечательно. Тиночка умничка, а Зак просто чудо. Такой способный и оригинальный мальчик. Как я рад это слышать. Надо же. Действительно, это же надо придумать такое про этих оболтусов. У меня есть идея. Давайте продолжим наш обед ужином у нас в гостях. Думаю, ребята будут очень рады вас видеть. Ага, хорошая идея. Пойдемте. Да-да, представляете? Папа! Что она тут делает? Сюрприз! Мы с мисс Евой подумали, что вы будете очень рады провести время вместе. Да, Ева? А? Да-да. Ну, чего ж там стоите? Садитесь с нами. Да, что-то мы не голодные. Да чего вы, присаживайтесь, давайте. А как это вообще произошло? Представляете, я встретил Еву, когда она кормила бездомных кота. Ты уверен, что кормила? Она не забирала у них еду. Зак, ну что ты такое говоришь? Лучше бы поухаживал за дамой. Да, Зак, в самом деле. Да, конечно. Ой, спасибо. Зак, ты что творишь? Да она сама! Что она сама? Я тебя воду вылила! Позвольте, я вам помогу. Зак, ну как так можно было? Да ты меня вообще не слушаешь! Тина, а ты чего сидишь? Помоги мне с Еве. Тина, и ты куда же? Вы что, совсем с ума посходили? Да она! Ничего не хочу слышать! Вы все испортили! Жалко, что у меня в руках был не торт. Идем, Зак. Итак, тема сегодняшнего урока. Я
Вы должны написать 10 качеств, почему я самый лучший учитель в вашей жизни. Да уж, тут бы хоть одно найти. Что ты сказал? Ничего, это, наверное, ваши голоса в голове. Странно, в такое время они со мной не разговаривают. Так, ладно, приступайте к выполнению задания. Ну, у вас неплохая кофточка. Так, что за противные звуки? Это все же голоса в моей голове. Да что за... Ах ты! Ты что, совсем обнаглела? Что? Нет, какой телефон? Я не скорее переписываюсь. У тебя может быть что-то интереснее моих уроков? Да все что угодно, интереснее ваших уроков. Показывай, что там у тебя. Что? Нет, это личное. Ой, да что у вас топляко может быть личного? А? Вы не имеете права! Мне нравится Тайлер, но я не знаю, как ему об этом сказать. Как же это жалко! На уроках Евы узнаю очень много нового. Кина, это правда? Да как так можно? Это же ее личные дела! Ой, да кого это волнует? Дина, почему ты раньше не сказала? Да вы посмотрите на нее, она же трусиха. Да как же вы меня достали? Ну, на ваших уроках не бывает скучно. Пора с этим заканчивать. Фух, давай, Нейт, все получится. Будь мачо. Смотри, куда прием! Мистер Нейт, ой, простите меня, пожалуйста. Нет, нет, не переживайте, это ни в коем случае не ваша вина. Ой, да ну что вы, позвольте мне вам помочь. Нужно приложить что-то холодное. О! Эй! Это вам! Вот, это должно помочь. Спасибо, вы такая милая и добрая. А что вы здесь делаете? У ребят вроде бы занятия еще не закончились. Я пришел не к ним. Я пришел к вам, мисс Ева. Ко мне? Да, вот, держите. Вау! Ой, простите меня, дурака! Забыл почистить шипы на розе. Ну, надеюсь, это загладит мою вину. Вот, сам сделал. Ух ты, спасибо, мистер Нейт, это так мило. Просил же Тину почистить шипы на розе. Ну, хоть подарок сделала. Ну что ж, посмотрим, что там. Что это такое? Нравится, да? Что за тебя капелизон попали? Сейчас я вас спасу! Тебя! Надеюсь, ей все понравится. Какой я идиот! Да как так можно было? Ты долго выехала! Вы что творите? Ой, прости, пожалуйста, я не хотела! Да прекратите вы достать букет! Да, ты так, к черту букет! Пора приступить к этому! Вашей семьи все равно не получается сделать хорошие подарки! Я всю ночь это мастерил! Ты весь попасть! Привет, Зара, с тобой все в порядке? Кисси, да, все хорошо. Это тебе? А это что? Ты отобрал это у бомжа, да? Да нет, это... твой подарок. Спасибо, Зак. Очень мило. Да не за что. Ну да, действительно, не за что.
Ну, я пойду. Да, увидимся как-нибудь. Нет, стоп. Долбаная мисс Ева! Так, записываем тему урока. Мисс Ева, а что это у вас там? Чуть-чуть ниже. Тут? Чуть выше, точнее, перепутал совсем. Извините, пожалуйста. Там. Чуть-чуть правее, там, вон, правее, да. Да что ж такое? Тут! Ой, перепутал. Право, лево, левее, левее. Левее, чуть-чуть. Ой, показалось, не представляете. Ты что, надо мной издеваешься? Ну что, ни в коем случае. Что-то неудобно. Так, мне все равно. Соблюдай тишину.
Ну, можно пересесть? Пожалуйста, 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 пожалуйста! Пересесть куда-нибудь, только не вести меня! О, вот тут другое дело удобно. Хотя, нет, я не хочу тут сидеть. А можно я еще пересяду? Да, можно? Спасибо вам большое. Ох. Ты что себе позволяешь? Совсем уже? Вы правы. Тут как-то совсем неудобно. Может, уступите? Я тебе сейчас так уступлю. Ну что, так удобно? Да вы ненормальная! Вы просто сумасшедшая! Я потом на вас услугу! Это что еще такое? Ой, кажется, это пожарная сигнализация. О, нет! Что же вы теперь будете делать? Так, все нормально. Я уверена, она ложная. Что это такое? Как что, пожар? Что значит пожар? Мы же хотели его сымитировать, сделать ненастоящим. Так вы этого не уточнили. Вот я и поджег соседний класс. Ты что, совсем дурак? Мы же сгорим. Похоже, сигнализация не ложная. Но вы же нас всех спасете, да? Как ты сам за себя? Бежим скорее. Точно, Зак. Чего стоите, помогите. Чуть не забыла. Фух, я уже думала, нас бросили. Ой, телефончик, сумочка. Ничего не получается. Тогда вынесем его отсюда так. Я тебя не брошу. Я выбежала. Ева, я так рад, что с тобой все хорошо. Стоп. А где ученики? Они? Они? Ты что? Оставил их там? А ну я просто... Папа! Ребята, как я рад, что все хорошо, где вы были? Мисс Ева привязала Зака к стулу прямо перед пожаром и закрыла нас в классе. Ева! Это правда? Что, они меня выбесили? То есть вы бросили моих детей в пожаре и плюс ко всему этому еще связали моего сына? Ой, да чего вы начинаете? С ними же все нормально. Да это все только потому, что Кисси и Таля нам помогли. Ева, как так можно было? Какие вы все душные. О, а это мне? Нет. Эй, ну в смысле? Не выдумывай. Я сказал, убери свои руки. Ну и пожалуйста, больно надо мне твой веник. Да, Кисси. Ева, я от тебя такого не ожидала. И ты туда же? Я взяла тебя на работу, потому что ты моя подруга. Но это не значит, что тебе дозволено обижать детей и даже их родителей. Ты сейчас серьезно? Ты уволишь меня из-за такой мелочи? Мелочи? Из-за тебя чуть не пострадали дети. Ну и пожалуйста, ты знаешь, сколько у меня еще будет подружек. Мисс Китти, спасибо вам. За что? За все. Ла-ла-ла, три маленьких зверушки отправились в поход. Никто из них не знал, что им не повезет. Зверушки? Кажется, мы попали в логово монстра. Еще кто? Всем привет, лузеры! Теперь мы ваши монстры! Кто вы и почему врываетесь на наш урок? Я директор соседней школы. Ну, точнее, углей, которые от нее остались. Мэр города сказал перевести учеников и весь персонал сюда. Пока школу не отремонтируют. Эй! Вы нам тут не нужны. У нас хорошая и добрая школа. А вы злюки. Значит, мы плохие? Это неправда, куколка. Отвратительные!
теперь тут все общее. И, конечно, самое крутое, что у вас всех будет, это я! Я стану лидером вашей отсталой школы! Не выйдет! Лидер тут я! И я борюсь за добро! А ну живо прекратили разносить тут все! Не знаю, почему вас отправили именно ко мне в школу, но я это обязательно выясню! Вот, разрешение мэра. Добро пожаловать. Мы сделаем все, чтобы вымыть вас туда, откуда вы пришли. Да-да. Не выйдет. Все наши ученики, учителя и персонал уже тут. И мы вашу школу разнесем. Мистер Нейт, а почему у нас урок химии проходит в столовой? Школа переполнена, и нет свободных кабинетов. Капец. А чё? А мне нравится учиться в столовке. Тут много хавки. Хавайте на здоровье. Все равно за эту еду платить не мы будем. Мистер Нейт, а у меня получилось. Вау, а ты сделала кетчуп? Блин, вкусно пахнет так. А теперь надо его попробовать. Кажется, я найду, на ком испытать мое изобретение. Привет, куколка. Хочу похвастаться тебе своим талантом химика-кулинара. Чё? Гляньте, она кетчупа боится. У меня аллергия на томаты, придурки. Гляньте, она еще все испачкала. Капец, кто вымазал стеллаж кетчупом? Она. Мистер Тайлер, это не я сделала. Конечно, не ты. Ты же у нас солнышко. Беги на урок давай. А вы будете убирать эту гадость? Мы? Это же она кетчуп разлила. Ничего не знаю. У вас есть 5 минут. И чтобы, знаете что? Чтобы все было чисто. А я при чем? Я директор. Значит, будете отмывать всю школу. Ага, сейчас. Я ж не терпила. То есть Элис здесь все просто боготворят? Будет тяжело ее убрать с должности. Ну ничего, мы примем тяжелую артиллерию. Превращаем вашу идеально вылизанную школу в исчадие ада, куколка. Офигела! У нас тут порядок и добро, а вы устроили только хаос. Расслабься ты. Скоро ты сама поймешь, как вам было скучно без нас. Эй, а ну убери их быстро. В нашей школе мусором не разбрасываются. Я тебе сейчас как дам по волге своей шиповной шваброй. Ты чего моих детей трогаешь? У вас такой тупой борщик настоящий терпила. Не обижай мистера Тайлера. Это ваша уборщица тупая. Кто моет пол шипами? Вижу, вы до сих пор не поняли, что мы не будем подчиняться вашим правилам. Вы здесь в гостях, поэтому ведите себя достойно. Скоро гостями тут станете вы. Мы вам покажем, кто настоящие хозяева жизни. Это нечестно! Успокойся, Донни, просто они привыкли решать все силой. Ах, вот как! Так давайте решим на уроке физкультуры. И что же вы нам сделаете, куколка? Заставите прыгать через козла? Разнесем вас в стритбол! 3 на 3! Готовы? Да! Отлично! До встречи на спортплощадке! Элис, живее! Ты же президент школы! Должна пример всем подавать! Фу, эта душнила еще и президент.
Не завидуй, тебе им никогда не стать. Ах так? Мистер Зак, а Элис заступила за линию. Чё? Не было такого? Было-было, я сама видела. Я, к сожалению, в этот раз не видел, поэтому без наказания. Элис, будь внимательней. Звук офигел, что ли? Это не по правилам. Mm-hmm. Что он вообще себе позволяет? Это вообще капец какой-то. Тихо! Играем дальше. Давай. Она меня прибила! Не ври, с тобой все хорошо. Я к тебе даже не прикоснулась. Так, Ева, садись на скамейку запасных. А как же игра? Ну, ты же сама сказала, что тебе плохо. Я думала, вы Элис накажете. Она же меня толкнула. Ты что? Элис же у нас душка. Она никого никогда не обидит. Так, продолжаем. Бесит эти хорошенькие милашки. Все такие невинные, правильные. Схавала! Теперь поняла, на чьей территории. Стерва. Ничего, я сделаю все, чтобы она перестала быть президентом школы. Нужно просто найти другой способ. Какая же нудятина. Потерпи немного, Гвен. Мистер Нейт? Учить Битлз на уроке музыки скучно! Я покажу вам настоящий рок! Мистер Нейт, вы срываете мой урок! Поговорим позже! Вон как детям нравится! Я с вами еще разберусь! А теперь зажжем! Как можно слушать эту гадость? А ну сели все! Быстро! Снимались, нам нравится! Я приказываю! Я президент, и мое слово тут закон! Нам не подходит такой президент! Наш президент школы должен нас поддерживать! Что? Мы убираем тебя с твоего поста! Нет! Пошли! Вместо меня, а? Ева! Что? Вы идиоты! Так же я! Добилась своего стерва! Отлично! Мой план сработал! А теперь за что? Ну что ж, всем привет! Спасибо, что пришли на мое собрание! Нам так интересно! Что же нам подготовил наш новый президент? Я, как новый президент, объявляю свои правила. Первое, можно класть ноги на парту. Второе, можно есть прямо в классе. Ура! О, а в спортзале есть можно? Конечно. А обертки потом можно на пол выкинуть. Вот это я понимаю! Демократия! И руки потом еще об шторы вытереть. Правилам больше не следуем. У нас теперь есть Ева. Вали отсюда! Эй! Вы офигели! Я вам за это отомщу! Только попробуй, куколка. Я как президент выгоню тебя из школы. Ева решила со мной поиграть? Не выйдет! А еще у меня есть план, как наконец-то сделать нашу школу дружнее. Как? Мои ученики такие молодцы! Всем ставлю солнышки. Здравствуйте, мисс Китти. Вызывали? Да, мистер Нейт. Хотела узнать, зачем вы сорвали мой урок. А я не сорвал. Я просто сделал его чуток веселее. Не забывайте, что вы тут на птичьих правах. В этой школе директор я, а не вы. А я тогда кто? Не знаю. Вот вернетесь в свою сгоревшую школу, там вы будете командовать. Вообще-то, я тоже имею право здесь командовать. Да что вы говорите? Что там за шум? Что ты? Что ты?
кошмар! Там наши ученики сейчас подерутся! Опять твои плохишины моих милашек напали! Эй, неправда! Идем скорее на улицу, их нужно остановить! Это дураева нас гонит! Слышь, ты сам дурак, а ну иди сюда! Так, ну разошлись! Вы что, не слышали, что вам сказала? Прекрасная мисс Китти. Так, все! Если вы не прекратите ссориться, то мы с мистером Нейтом отправим вас на отработку. Что? Нет, пожалуйста, мы не хотим на отработку. И вообще, вы нам не указ. А ну не кричите на мисс Китти. Перестаньте ссориться и живо на уроки. Простите нас, мы больше не будем себя так вести. Правильно, и чтобы больше не ссорились. Ну что ж, миритесь. Отлично! Наш план с потасовкой сработал! Они реально поверили, что мы поссорились? Ну что ж, надеюсь, после этого они сблизятся. Опа! А ну-ка, иди сюда. Элис, ты чего? Ты же секретарь президента школы. Где ты шлялась столько времени? Ходят слухи, что ты уже не президент. Ложь! Это все Ева школы плохишей. Ну так да, она теперь вместо тебя. Ложь! Ну, точнее, да, они выбрали ее, но это временно. Они просто повелись на дешевый цирк с электрогитарой. И что ты от меня хочешь? Помнишь, ты обещала мне во всем помогать? Я обещала помогать президенту, а ты не президент теперь. Забыла наш уговор? Если ты не будешь мне помогать, я всем расскажу, что ты влюблена в Адама из баскетбольной команды. Ну, Элис. И что это ты каждый вечер воешь под его окно. Ладно, ладно. Что делать? Пойдем, у нас очень много дел. Еще. Мисс Китти решила проверить наши знания. А что это? Что нам придется теперь их сдать, чтобы нас отсюда не выгнали? Походу. Ну и чё, кто-то знает ответ? Нет, но тут же никого нет, можно и списать. Мэн, спрячь телефон, тут везде видеонаблюдение. Фух, и как нам теперь сдать тесты? А вы нам очень нужны. Нафига? Не видите, что ли, я полы мою? Если вы нам не поможете, нас выгонят из этой школы. Пофиг. И вы вместе с нами. Ой, ужас. Нет, мне нельзя остаться без работы. Что тут у вас? Какая столица Италии? А это где? В Европе. Пишите Париж. В какой-то стране точно есть столица Париж. А теорему Пифагора знаете? Ну, если долго смотреть на сварку, то можно ослепнуть. Пишите. Чё? Ну, Пифагор так говорит. Вы чё, Пифагора не знаете? Мой сосед сверху. Ну да. Я уверена, сейчас у всех будет А. Мистер Нейт, вы что, воруете еду у учеников? Нет, нет, я просто ищу вредную еду и уничтожаю. Я провела тестирование ваших сотрудников и учеников, и они его не прошли. Ой, как жаль! Что же теперь делать? Осталось проверить вашу компетентность. А я кто? Я вызвала комиссию, чтобы они посмотрели на вашу работу. И если вы такой же, как ваши дети, то вам всем придется отсюда убраться. Комиссия? Хорошо, конечно, как скажете. Куда бежать? В окно! Нужно бежать отсюда как можно скорее. Эй, куда-то собрались?
А вы тут как оказались? Лучше скажите, почему вы хотели слинять и кинуть нас тут? С Кити с катушек слетела. Она решила вызвать школу комиссию, чтобы те оценили, как я работаю. И вы решили сбежать, никому не сказав? Ну, я бы сообщил позже. А вы что, уже помирились? А мы не ссорились, это было понарошку. А мы это специально провернули. Зачем? Не скажем. Мистер Нейт, прошу вас, оставьтесь в школе. Мы без вас пропадем. Ну, не знаю. Мы поможем вам справиться с этой комиссией, и все будет хорошо. Все будет супер. Итак, мистер Нейт, на первое, что не обратят внимание, это на то, как вы общаетесь с детьми. А как? Я общаюсь. Вот именно. Вы общаетесь, как медведь. А что я могу сделать? Я на рок-концертах слух посадил. Дышите глубже и говорите тише. Вот так? Еще тише. Я пытаюсь. О, у вас получилось. Теперь при комиссии разговаривайте только так. А вам не кажется, что если мистера Нейта увидят в таком мрачном костюме, его выгонят? Точно. Надо его перекрасить. Опа, вставайте. Ну как думаешь, наш план сработает? Конечно, осталось только завершить начатое. Свести его с мисс Китти. Да уж, когда мы подстроили ссору, нифига не вышло. Я думала, что они нас начнут мирить и влюбятся. Нужно что-то помощнее, чтобы она увидела, какой он романтик. Точно. Устроим им свидание. Тогда она жалится над мистером Нейтом и не даст комиссии его выгнать из школы. Отличная идея! Вот, мистер Нейт, это и есть наш сюрприз. Что? Мисс Китти? Мистер Нейт, мне сказали, что вы меня сюда позвали. Я? Да-да, именно вы. Вы же сами решили устроить мисс Китти свидание. А как вы узнали, что она мне нравится? Нравится? Догадались. Ну ладно, мы не будем вам мешать. Ну так, вы хотели мне что-то сказать? Ну... Да, хотел сказать, что вы классная женщина. Ой, ничего себе. Ну, мне кажется, вам от меня что-то нужно. Не, это не так. А что вы читаете? Собачья психология? Собачья? Вам показалось. А у вас красивые... глаза. Спасибо. А у вас очень интересная штанина. Да? Мой дизайн авторский. И зачем же вы это сделали? Нужно было срочно спасти штаны. А я очень изобретательный. Вы такой смешной, мистер Нейт. И милый. Вы тоже. Приехала. О, нет! Мистер Нейт, начинайте урок. Добрый день, дети! Вот придурок, он даже разговаривать нормально не может. Тема урока... алхимия. Алхимия? Это же не наука. Вы точно преподаете химию? Молчать! Слышу шум на задних партах! Сейчас начнется кринж. Кто первым будет отвечать? Донни, голос. Ой, ужас. Что он несет? Голос? Это же собачья команда. Как вы общаетесь с детьми? Что, и правда перепутал собачью психологию с детской?
Я не готов, простите. Не идешь на контакт? Хорошо. Чтобы малыш шел на контакт, нужно вести себя дружелюбно. Ну нет, ему капец. Мелани, ты красавица, большая психология, огонь. Что он творит? Еще неприятный, штаны с степлером сшиты. Так, все решено. Я отстраняю мистера Нейта от работ в этой школе. И пусть детей своих заберет. Нет, подождите, стойте. Вы все не так поняли. Мистер Нейт просто готовит школьный спектакль про собак. Он вживается в роль вместе с классом. А еще и талантливый режиссер. Простите, не сразу разглядел ваш талант. Ничего страшного, спасибо вам. У вас отличная школа. Нет, стоять! Не, ну когда вы лаять начали, это просто улет! Мисс Китти, спасибо, что спасли меня от комиссии. Я сама виновата. Я же ее и вызвала. И можно просто Китти. А, Китти. А теперь целуйтесь. Что? Ну вы и гаденыши. Так что, Китти, ты теперь выгонишь меня и моих детей со школы? Конечно, нет. Все остаются тут, даже уборщики. Джелис. Она, конечно, злюка, но я не хочу, чтобы она чувствовала себя изгоем. Куколка, ты что, плачешь? А что, не видно, что ли? Ну, чего ты злишься на меня? Я просто хотела, чтобы все в школе были счастливы, и они следовали дурацким правилам. Они не дурацкие. Все жили спокойно. И никто не рисовал на стенах, пока вы не пришли. Ну, иногда же хочется немного пошалить. Делали бы это в своей школе. Ой, забыла. От того, что вы делали, что хотели, ваша школа изгорела. Ну не бурчи ты. Ты просто хочешь быть президентом школы, и чтобы тебя все слушались, правда? Да, и чтобы никто не баловался. А я хочу свободы. И что ты предлагаешь? Заключим мирное соглашение. Вот так? Нет. О, класс. Ну, тут да. Отличное соглашение. Теперь каждая из нас контролирует свою половину школы. Я плохую, а ты хорошую. Смотри, милашки не против, чтобы плохиши рисовали на доске. Да. А милашки учат их сортировать мусор. Как мило. А мистер Нейт и мисс Китти отличная пара. Ага, они такие разные и так дополняют друг друга. Даже наши уборщики сдружились. Куколка, спасибо огромное тебе за то, что показала мне, как важен баланс хорошего и плохого. И тебе спасибо. Я больше не гонюсь за властью, и каждый должен делать то, что умеет. Ты теперь моя самая лучшая подруга. И ты моя. Что? Они настолько сдружились. Это какой-то ужас. Мы ждем Катю. Ой, мы просто ждем Биглэн. Ха-ха-ха!
на половину. Я перевешу сейчас. Я противовес. Смотри, видишь? Я 50 килограмм, а их 100. Ева, давай ты, на это очень тяжелый. Да нет. Я не согласна. Это чтоб не весело. Если сегодня... А что ты подошел? Там же Василий. А это Любовь. Вот так! Ой! 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 Уйди! Браво! А я тут при чем? Не знаю. Ты жива? В этой школе директора я, не вы. А, так? А я...